Привет, друзья! США отправили армии Украины гаубичную систему «Хакай» для проведения испытаний. Об этом заявил директор компании AM General Майк Эванс. Гаубица «Хакай» разработана компанией AM General и Mendes Group и впервые показана в 2017 году. Гаубица «Хакай» размещена на базе армейского внедорожника «Хамви». Может использоваться и другое шасси. Система гаубицы передвигает ствол и казенную часть орудия вперед непосредственно перед выстрелом. Это позволяет компенсировать нагрузку на шасси и сократить отдачу на 70%. Стоит отметить, эта система довольно сложная, и как она будет работать при длительной боевой работе, неизвестно. В «Хакай» применена 105-мм гаубица М-20. Дальность стрельбы «Хакай» стандартным снарядом составляет 11,5 км. Активно-реактивными снарядами – от 15 до 19 км. Mendes Group гарантирует эффективную скорострельность гаубицы на уровне не менее 3 выстрелов в минуту и ускоренную скорострельность до 12 выстрелов. Гаубица «Хакай» имеет цифровую систему управления огнем и обслуживается расчетом из 3 человек. Боевая масса самоходной установки на шасси «Хамви» не превышает 4,5 тонн. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.